Добрый вечер. Сегодня юбилейный концерт Славы Гайворовского, композитора, мыслителя, теоретика, великолепного музыканта. Я очень рад, что вы пришли. Спасибо. И я хотел бы сказать, что больше я расскажу о нем во втором отделении, потому что там будет у нас такая ситуация, как будут гости, кто-то будет говорить еще кроме меня. А сейчас мы проведем такую академическую часть концерта. Я должен сказать, что вообще Слава Гайворонский, он такой непубличный человек, и мы мало знаем лицо композиторов, аранжировщиков, а сегодня вы услышите симфоническую музыку, которую пишет Гайворонский. Я всегда в таком случае вспоминаю один фрагмент из мемуаров драматурга и писателя Александра Гладкова. Там есть такой эпизод. Шостакович лечился в Кургане у доктора Елизарова. Помните, был такой доктор, был Курган, было такое место. И там гуляли больные, свободные по парку. И сидят два человека на скамеечке, пьют водку. Мимо идет Дмитрий Дмитриевич. Они говорят, выпьешь с нами? Он говорит, ну выпью. Ну выпил, все. Говорят, давайте познакомимся. Я инженер из Свердловска, я инженер оттуда, вы кто? А я композитор. Ну, не хочешь же говорить, дело твое. Вот, понимаете, в лицо композиторов сегодня знают мало. Композиторы редко выступают с авторскими концертами. И сегодня у нас редчайшая возможность познакомиться с произведениями, которые еще никогда не исполнялись. В первом отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром из четырех частей. Затем прозвучит вариации, хроматические вариации на «Цыганские страсти». Пьеса называется «Цыганские страсти» или «Девять хроматических вариаций». Пьеса для оркестра. Солист, лауреат международных фестивалей Олег Вайнштейн, симфонический оркестр Санкт-Петербургской капеллы, дирижер, народный артист России Александр Чернышенко.
Thank you.
Thank you.
Thank you.